представляем компанию «Ижорские гидросистемы». На рынке мы предлагаем различные грузоподъемные, палубные и спускоподъемное оборудование для судов, кораблей военно-морского флота и различный специализированный гидропривод. Представляем кран модели М150М, судовой кран, грузоподъемность 1 тонна на вылете 5 метров и до 600 килограмм на вылете до 10 метров. Данный кран идет на корабль проекта 22800 «Каракур». Были заданы рамки веса металлоконструкции крана, довольно жесткие, да, и нам пришлось довольно серьезно переработать наш серийный образец, который у нас был, для того, чтобы вписаться в эти рамки. Мы успешно в них вписались, при этом кран соответствует требованиям как Гостехнадзора, так и Российского морского регистра. Этот кран должен был быть полностью импортозамещенным, соответствовать, да, там, современным требованиям, предъявляемым Министерством обороны к подобной продукции. Соответственно, нам удалось его импортозаместить, комплектующие, основные материалы, и локализовать производство на примерно, наверное, 90-95%. Тем самым мы можем оперативно сервисную поддержку оказывать за счет того, что основные все поставщики, и детали, и материалы и комплектующие приобретаются здесь, в России, и имеют российское производство. Мы что-то поддерживаем у себя на складе, также поставляем его с 5-летним ЗИПом, согласно заданию заказчика, для того, чтобы, ну, как бы гарантийный срок он эксплуатировался без перебоев. Сейчас мы будем проходить государственную комиссию, для того, чтобы получить литеру О1 как уже серийное изделие. Нашими преимуществами является то, что у нас свое конструкторское бюро из опытных конструкторов, и мы стараемся выстроить максимально эффективную и грамотную цепочку кооперации, где кооператоры можно заменять, да, для того, чтобы максимально оперативно, да, там, выполнять заказ. Также мы постоянно работаем над эффективностью деятельности нашего предприятия. То есть мы вводим различные схемы управления персоналом, циклом производства, используем современное программное обеспечение. Тем самым мы можем нащупать баланс между стоимостью, качеством и затратами, для того, чтобы максимально удовлетворить заказчика. На 2024 год мы уже и сформировали портфель заказов, да, и еще планируем, да, совершенствовать, предлагать по-прежнему, да, для отечественного российского судостроения грузоподъемное и палубное оборудование, которое как минимум не уступает и даже превосходит иностранные аналоги. Мы стараемся выстроить хорошую цепочку кооперации, да, там, с надежными, проверенными поставщиками. Да, ну, например, всю там основную гидравлику в виде там клапанов, гидромоторов, насосов, да, мы заказываем в Екатеринбурге. Там есть несколько заводов, которые делают продукцию хорошего качества. Металл у нас российский, потому что все эти конструкции силовые, они все поднадзорные, проверяются. Соответственно, там электродвигатели, различные датчики мы заказываем там в городе Ярославле, да, там на заводе Элдин, тоже продукция хорошего качества, нас полностью устраивает. Какую-то кооперационную металлообработку делаем в Санкт-Петербурге, либо на Ижорском заводе, либо у производителей здесь, для того, чтобы была оперативность. Стараемся со всеми наладить постоянные хорошие отношения, доверительные, да, и выстроить сразу какую-то систему и процесс взаимодействия для того, чтобы не тратить время на согласование, и на каждую единицу времени мы отдавали максимальную ценность. Так как все металлоконструкции здесь силовые и поднадзорные регистру, мы очень большое внимание уделяем качеству сварных швов и контролю. Ну вот на данном изделии мы прошли рентген-контроль всех стыковых и силовых сварных швов в лаборатории, одобренной морским регистром. Мы работаем с основными там крупными фирмами на этом рынке, да, такими как МСС, СБС, АО «Барс» и многие другие. Мы всегда готовы и открыты к сотрудничеству. Ждем, так сказать, всех.